У меня остался только этот магический шар. Это должно быть способностью, так что бедность сегодня не предвидится. Что еще за да и нет? Я что, должна на них тыкать? Или это ты должен отвечать мне да или нет? Круто! Доброе утро, мам. Сейчас проверим тебя, шарик. Моя мама меня любит? Хорошо. А мне 16 лет? Откуда ты столько знаешь обо мне? Дети, даю вам на контрольную 30 минут. Бет, ты чего такая счастливая? Это годовая контрольная, у нас одни двойки с тобой. Сегодня двойки точно не будет. Шарик, первым ответ будет А, Б. Сейчас мы все решим. Бет, как ты это сделала? Ты единственная в классе, получила 5. Ты что ли всю ночь учила? Я и учить. Это не связанные вещи, ты чё? Ну да, я забыла, с кем говорю. А как тогда? Просто у меня есть крутой шарик. Он знает все. Ну да, конечно. Что за бред? Смотри, Сара вчера провела вечер дома? В смысле? А где ты была вчера? Дома? Я же говорю, твой шарик сломан. Привет, Стик. Привет, любимая. Сейчас проверю свой шарик на тебе. Что? О чем ты вообще? Стик меня любит? Ну вот, с Сарой соврал, тут соврал, походу реально сломался. Слушай, я нифига не понимаю, о чем ты, но что ты о Саре сказала? А какая разница? Стик вчера был дома? Моя подруга и мой парень оба соврали мне. Стик что, изменяет мне с Сарой? Бет, я тебе сейчас все объясню. Да иди ты! Не везет в любви, повезет в деньгах. Здрасте, я хочу купить лотерейный билет. Хорошо, вот, выбирайте. Какой возьмем? Этот? Может, этот? Девушка, вы что делаете? Я молюсь. Это же не запрещено. Не отвлекайте меня. Этот возьмем. Вот этот дайте, пожалуйста. Пусть там хотя бы $100 будет, и я куплю себе мороженое. Что? Я выиграла $5 миллионов. Шарик, я тебя обожаю.